Петербуржец начал заплыв по Ладожскому озеру для установления нового рекорда. 38-летний Михаил Житких совершает водное путешествие из Сартовалы в Питкяранту. По пути он планирует сделать остановку на Валааме, где отдохнет и пройдет осмотр врача. Всего для попадания в Книгу рекордов России пловец преодолеет 75 километров. Путь займет порядка 30 часов.